Челы, заходите на стримы. Так, еще здесь творится. Grab Champions Early Access Roadmap. Окей, а как играть? Movement Training. Press Jump Again in the Air. А, нифига. Slide and jump to cover more distance. А как слайдиться? Нет, я умер. Don't forget to use your grenades. Your training is now complete. А как grenades юзать? G? Ага. New run. Погнали. Вроде говорят, что мультиплеер есть в этой игре. Уничтожьте всех врагов. Фига, тут какие-то каракули нахрен. Вот твою мать. Island one clear. Сокровище? Что? Clip shot. Shot deal more damage for each bullet remaining in the clip. Spiral shot. Shot deal more damage but move in spiral patterns. Damage increased to armored enemies. Давайте вот это возьмем. По броневикам больше дамага. Luck chest. Ага, это выбор, куда идти, да? Следующая зона. Награда. Удачный сундук. Содержит апгрейды удачи. Арена. ХПшный сундук. Содержит апгрейды на ХП. Блин. Я пошел. Игра на движке Фортнайта? Не знаю. Тихо, главное, близко слишком к ним не подходить. Ой! Изявы. Такс. Health combo. Heal when increasing your combo. Incoming damage понижен. Вампир. Хильтесь после каждой мили атаки. Мили уничтожения. Давайте, наверное, возьмем с комбо темку. Попробуем. Spiked chest. A chest that contains epic rarity loot, but deals 33% of your max HP as damage. Короче, сундук с супер редким лутом, но он нас покарает на 33% хп, когда мы его вскроем. Я выбираю health chest снова. Погнали. Охренеть. Это как он называется? Puffer fish? Обалдеть, чего? Меня сейчас убьют. Так. Bronze Heart increases max HP by 50 and heals 33% HP. Так. Bullseye. Max HP повышается после 10 ваншотных уничтожений. Ха. Прикольно, кстати. Блин, нам, наверное, лучше отхил взять просто, да? А то мы сейчас сдохнем. 150 хп и 95 у нас стало. Нормас. Орда. Там орда будет, чуваки. О, смотрите, здесь есть награда за безупречную победу. Получите награду, если вы без урона пройдете. Я не пройду без урона, поэтому идем сюда. Спасибо, Мелгрей. Хайп-хай, Мелгрхар. Спасибо большое за 20 месяц. Спасибо огромное. Вообще, кстати, волна изявая. Можно было, наверное, и пройти без урона. Чисто пристань защищаю.
Блин, прикольная такая незатейливая игруха особо. Бам! Все сдохли почему-то. Жестяк, я отхилился. Крит гранейт. Повышает критический шанс гранат. Повышает просто критический шанс. Давай просто. Магаз. Наверное, вот это мы возьмем. И maybe вот это еще. Давай попробуем. Арена. Охренеть. Просто рыбий жир падает. Жестяк. Ай! Тяжелое испытание. Я умер, кстати. Была плохая идея, ребят, идти сюда. Пиздец. Меня просто уничтожило. Это была явно плохая идея идти сюда. Окей. Так, давайте откроем. Давайте попробуем тогда с авторайфлом. Давай скилл попробуем. Тут тупик. Нет! Мами! Только не злые черепа! Нет! Приняла себе, они как стреляют жутко. Нормально живем. Живем, живем, живем. 20 хп нам насыпали за зачистку. Прикольный навык, кстати. Так, большой магазин. Когти на мили атаку. Ага, разброс и отдача. Давай большой магазин. Рандомный сундук. На хп пойдем. Пиум. Граната. Фига там какой-то чувак. Жестяк. Охренеть. Там какой-то мега крип. С пушкой был. Жесть. Может быть скорость взять? Давай скорость возьмем разок. На всякий. Нихера! Бля, а чё они такие неубиваемые, это пиздос? Фух! Пиздос! Да, вот тут, конечно, видите, минус дробашей в том, что нужно близко подходить к таким мобам жестоким. Gain more dashes. Блин, dashes это круто. Наверное, dash возьмем. Так, идем сюда.
Там опять гига краба. Будем прыгать здесь. Бля, мне надо, наверное, чувствительность побольше сделать. У меня коврик в ахуе просто находится от этой игры. Как и рука моя. У меня ковра не хватает, чтобы... Давайте побольше сделаем чувствительность немножко. Так. Наверное, фортитьюд возьмем. Heals when dealing damage. О, оно. Оно. Я собираюсь взять вот это. Уничтожьте элитного противника. Ебать, ну что за хуйня? Он просто сквозь стену ебашит. Это пиздец. Ноль урона, бля, по нему. Мне пизда. Да это пи... Блядь! Я в ахуе просто нахожусь. Одну хп, бля. Сука! Пиздос, какой это просто пиздос. Ах. Чё ж так люто-то, бля? Ноль урона по боссу вообще. Он просто срёт так, что херу задоджишь. Какой-то хаос происходит. Я знаю, что я могу ролить. Охренеть. Это имбовик-затейник, maybe? Он ест меня, хочет есть. Он мясо хочет. Он детей высрал. Пипец, он толстый какой-то. Обалдеть, он волнами смерти срет. Заморозил его. Дамаж, дамаж, дамаж. Дамаж, сучарку. Чё там? Уходим, уходим. Не жадничай. Тихо. Вот бы еще заморозка выпала. Это от рандомных шотов. Давай. Умирай, бля. Хорош. Заморозка топчик. Фух. Ну этот босс проще был, чем краб. Окей. Забираем ключ. Эпик чест. Снайпер турет. Получите снайперские турели на старте каждого острова. Что? Давайте попробуем турели, да, наверное? Так, хп бы нам. О, отлично, хп. Поехали, биом. Next биом. С
Снежный биом! Турельки. Жесть. Муза нормально наваливает. О, урон турели увеличен. Кайф, апгрейд турелей. Элементал. Пупи-пупи-пуп. Пра-па-па-ри-пап. Эй, вы. Спускайтесь, чтобы получить по лицу. Хорошо. Челово. Пока челово. После первого острова ближе к концу человенка. Ядовитый выстрел, огненный выстрел, рандомный. Наверное, еще один рандомный возьмем. Потому что там выпадает иногда заморозка, а заморозка имба. ХПшный. Блин, тут какая-то пещера узкая. Нифига. Слаги там фигачат. Обалдеть. Регенератор. Берем. Критически. А! Что за нах? Уходить. Турельки давай. Здесь наша линия обороны. Защищаемся. Жесть, вас тут много, мужики. Так. Ну, уберем. Магазик, наконец. Ну, фаершот можно взять. 52 для рерола. Давай. Тогда, наверное, еще один огненный возьмем поджог. Так, элементал. Эй, вы малютки. Ух, череп надо убивать сразу. Повышает дэмэдж горящим противникам. Блин, maybe вот это взять? У нас поджог-то есть второго левела. Наверное, да, возьмем. Может, поджог будет мета-билдом? Пари-папу-рипу. Ни хрена себе край карты, а я застрял. Тури-ту-тури-ту-ту-тури-та-та-ри-та.
мразь? Ты мразота? Ну, крит шанс. Капашный. Охренеть. Какой же сейчас бабах будет, лютый. Они сюда не пройдут, ребята. Запомните это. Хорошо. Скоро второй босс будет. Shots are larger and deal more damage, but move more slowly. Берем, пофигу. Ничего страшного. Давай возьмем, пофигу. Greatly increased critical hit chance for 5 seconds after landing a critical hit. Нифига. Critical chain, то есть это крит за критом, за критом, за критом. Берем. Давай рерол. То есть это два крита. Лучше, наверное, мега крит тогда взять. Все, это босс сейчас будет. Готовы? Погнали. Босс. Омега краб смерти ужаса. Я где, бля? Где я вообще? Я жив? А я мертвец, походу. Че за оно? Ебать, он тут хуярит. Смотрите, можно обузить здесь, можно отхиливаться. Или нет? Бля, нет. Такого обуза нет. Но он изява отлетает, вообще изява. У нас криты, походу, лютейшие. Просто лютейшие. Биг чест? Я, наверное, возьму коллектор, попробую. Damage increased by 4 for each perk level that you have. Это же пиздец. Больше выбора будет. Лавовые. Охренеть. Кстати, по сути, это первая локация, только с перекрашенной водой, если что. Reloading damages and knocks back. Так, кал. Ну, вот это возьмем. Пора бы что-то на скорость взять, я думаю. О-о. Че за на? Наверное, возьмем. Значит, как-то разницы вообще нет никакой. Бля. Даже не знаю. Зажадничать.
Energy Rings. А я не помню, Energy Rings это люто, да? Ну давайте, ладно, если сдохнем, то баним Дизара. Шутка. Ага, это такая тема. Ну, вроде на самом деле норм. Блин, какие же там криты вылетают, люди. Просто лютейшие. Главное, слишком близко не убивать к себе. Изява, просто изява. Наверное, баунс возьмем. Наверное, вот это возьмем. А дальше можно контролить. Ух, нифига, какое кольцо ануса. Elden Ring. Я умер. Я жив. Так, ну, кстати, такие чувачки уже попрочнее стали. Блин, ну... 10 close range eliminations? Ну, можно взять. Попробовать. Урон? Наверное, урон. Погнал. Lucky. Крит. Надо криты на... апать. У нас вроде криты хорошие. Тотем на хп, пофигу. Нельзя сейчас... У нас слишком крутой ран, чтобы обосрать все. Воу-воу-воу-воу, полегче, бразеры. Ядрить! Просто анусом каким-то зарядил в меня. Нормально, у нас отхил имбовый на самом деле. У нас просто отхил... Во время острова. Отхил за мобов, отхил после острова. То есть это просто выживание. Нереальное выживание. Давай. Unlucky. 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 Минус все деньги. Так, шанс критов. Elemental Explosions. Два крит. Пробуем. Так, сейчас бы не сдохнуть, тут какой-то островок не особо приятный. Жестикулярный. Ай, хп! Ну-ну-ну-ну-ну! Там череп... О, черт. Это ГГХ. Я умираю! Я умираю! Одно хп! Нет! Жить! Вьетнам. Страшно. Жиськи мои, жиськи. Краби. Вот это было крипово, чуваки. Реально крипово. О, Господи Иисусе. Давай critical hit damage тогда. На 25. Во, и здесь шанс возьмем. Ух, пипец, это было крипово. Походу, следующий босс нас уничтожит.
там опять череп, что ли, или что? Лютяк. Ух, тяжело стало выживать, конечно. Давай попробуем вот это. Сколько это нам будет давать? 50% of healing as crystals. А, это говно полное. Надо было просто бандл брать. Ща босс будет. А какого-нибудь? Погоди. Это финальный босс игры? Defeat the boss to become a champion? Череп смертонос. Он призвал малюту. Ебать. Умирай. Давай, сучара, подыхай. Домашний. Три ключа выпало. Легендар. Клоун Эксплоужен. Шарпенд Акс. Файр спиннинг аксис along with your shots. Дабл вижн. Шанс to get an additional reward chest after clearing each island. Flammable enemies. Enemies ignite all nearby enemies when eliminated. Блин, не знаю даже, что взять. Да, типа сундук дополнительный крутой, вроде как. Можно еще топор попробовать. Давайте попробуем топор. Где топор? А, вот это топор, типа, раз в 50 лет выпускается. Crab Island, Celebrate Victory или Loop? Loop back to the first biome with harder enemies. А я заполучу награды или нет? Если я в залупу пойду. Ну, давайте селебрейтить. Celebrate Victory. Become a champion. Жесть, три скина мне дали. Вот такой золотой краб, синий лед, голубой тигр. Жестяк.